Всем привет, дорогие друзья! В данном видео я хочу вам показать на сегодняшний день очень актуальную тему, и это тема «Как легко и просто снять приоритет». Так вот, заходим во вкладочку «Игра с ботами». У вас здесь будет стоять «Создать локальную игру с ботами». Ставим «Искать игру с союзниками людьми». Далее уровень сложности оставляем легкий и нажимаем «Найти игру». Так как сейчас у меня нету приоритета, то я не буду опять искать игру и играть с ботами. Я просто вам покажу запись, собственно, что нужно делать в самой игре. Вот вы начали игру. Если вы такой же ублюдок, ленивый, как и я, и не хотите приложить даже малейшего усилия, чтобы выйти с этого злоебучего приоритета, берете некра и покупаете куру. Будьте хоть чуток человечным для своей команды и сделайте хоть что-нибудь. Затем вы просто качаете второй скилл на некре. Сейчас, скорее всего, у вас, ребят, возник вопрос, почему именно некр. У некра есть вторая пассивная способность, которая дамажит вражеских крипов и также крипов в лесу стоящих. И, собственно, мы создаем иллюзию того, что мы в игре для доты, чтобы нас не кикнуло за АФК в течение там 5 минут. Ну и все, стоим, не знаю, там, крипы умирают, можно пойти приготовить себе завтрак, ужин, обед и так далее. Приятного аппетита, кстати, если вы кушаете. Ну, то есть, занимайтесь, в общем, своими делами, пока ваши пацаны на оставшейся части карты делают свое дело. Take a short walk in my shoes, my boots, my kicks, my flip-flops, whatever. I done seen rain and I ain't just talking weather, but I'm a survivor. Shame on you if you thought I would ever leave. I'ma be right. Ребят, вот, собственно, я поделился с вами способом, как легко и быстро снять приоритет. Ну, разумеется, есть один минус. Совсем халявы не будет. Нельзя убивать трон до 15 минуты, или же игра вам не зачтется. Решать вам идти обычную игру и играть со всем конченными даунами, которые ливают и фидят, либо воспользоваться моим способом и довольно быстро себе заобузить, там, не знаю, за 2 часа 5 каток. Еще один момент, то что если вы будете пользоваться, как я, некра брать и идти фармить там лес, то у вас еще и остается на себя время. Ну и все секреты открыты, ребят. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях. Ну и, разумеется, с наступающим Новым годом. Всем хорошо отпраздновать. Пока.